Они прекрасны. Здравствуйте. На 7-м канале программа «Своими глазами». Как же все мы соскучились по яркому солнцу, теплому ветерку и обилию зелени. Предлагаю приблизить пробуждение природы, когда гулять хочется круглосуточно, демонстрируя при этом отличное чувство стиля. Безусловно, этой весной мы как никогда будем тратить деньги с умом, выбирая одежду с идеальным соотношением цена-качество. Предпочитай силуэты и материалы, которые будут актуальны в течение нескольких сезонов. Ну и, конечно, позитивных оттенков, подсмотренных у самой природы. Шерстяные пальто практически по всем показателям выигрывают у своих ближайших конкурентов. Тепло, уютно, комфортно, а в случае с шерсти альпаки еще и гипоаллергенно. Плюс ко всему, такой материал обладает водоотталкивающими свойствами. Прогуливаться по столь райскому уголку в одиночестве – преступление. Вместе с нашим экспертом по стилю Еленой Беляевой побеседуем о моделях, которые сослужат верную службу и не один сезон их будущим обладательницам, сохранив современность и достойный внешний вид. При этом они вовсе не обязательно сдержаны цветовой гаммы. Как вариант, укороченное пальто абрикозового цвета. Оно как нельзя лучше будет смотреться на фоне первой зелени. Что хорошо в этом пальто, мне нравится, у него вырез воротника, горловины, да, позволяет носить шарф и декорировать пальто разнообразными оттенками шарфов, палантинов и других каких-либо головных уборов. Создателей этого изделия наверняка вдохновили сочные оттенки лучших творений природы. Насыщенный лиловый цвет смотрится более сдержанно за счет покроя в британском стиле. Спущенное плечо, скрытые застежки дополняют женственный образ. Вся палитра морских оттенков, по словам нашего эксперта, то, что не потеряет своих позиций в ближайшее время. Здесь также спрятана застежка, но декорирована пуговицами, которые блестят как бриллианты, тем самым заставляют женщину улыбаться и приносить красоту в этот мир. Мой сегодняшний фаворит – это пальто серо-коричневого цвета в стиле оверсайз. Нарочитая простота здесь сочетается с креативными решениями дизайнеров. К примеру, имитация слегка отогнутого подола. Если и вы поклонница сдержанных и практичных оттенков, то серо-сизое пальто с поясом – то, что можно рассмотреть в качестве весенней обновки. Мне нравится в этом пальто дизайнерское решение воротника, что делает женщину королевой, а пальто королевским. Мы отметили сверкающие застежки и оригинальные пуговицы, изготовленные из блестящего металла. Высокое положение этих неброских, но эффектных деталей – одна из тенденций. Резюмируя вышесказанное, свободная линия плеча и крой реглан, широкие рукава и минимум деталей декора, отсутствие воротника или его классические вариации, однотонность изделия и натуральные материалы, использованные при производстве. Такое пальто будет радовать не один сезон. Не забудьте добавить аксессуары и очаровательную улыбку. Спонсор программы – магазин «Альпака». Пальто из шерсти горной ламы от российского производителя. Обновление весенней коллекции. Самые актуальные модели для женщин от 44 до 66 размера. Цены на уровне прошлого года. Магазин «Пальто Альпака» на Профсоюзов 14 приглашает за приятными и выгодными покупками. От того, как мы выглядим, часто зависит наше настроение. Пусть оно всегда будет приподнятым. Улыбок, цветов вам и до новых встреч на 7-м канале.